Привет всем. Вот тут решил показать такое простое решение. Заказчик пришел с тем, что хочет рамку такую а-ля Бали. Индонезия. Хочет вставить зеркало. Но учитывая, что рамка вся кривая, и если мы зеркало вставим, то будет форсировать либо зеркало, либо рамку, и это будет проблема. Поэтому решил применить такое вот решение. Выставил рамку по уровню, подложил спейсеры. Наложил сверху будущий щит базы. С идеей, что эта база будет крепиться. На французскую планку. Эту французскую планку прикрутит к стене, и на эту французскую планку базовый щит с зеркалом будет навешен. Ну, чтобы вот зеркало не форсировало при закручивании рамки, прикручивании рамки к базе, я решил применить вот такую вот идею. Около каждого отверстия, к которому будет крепиться основа к рамке, я установил по одному шурупу, скажем так, юстировочный шуруп, и создал головками этих шурупов создал идеальную плоскость, используя уровень, и тем самым добился виртуального уровня. И когда мы прикрутим вот эту основу с зеркалом, приклеенным зеркалом на специальный МС-полимер с двухсторонней лентой клеить, прикрутим на эту рамку, то зеркало не будет форсировать и будет идеально изображение. И рамка останется оригинально кривой. Так, думаю, что эта идея имеет место быть. Даже видно разницу здесь, скажем, 5 миллиметров, здесь уже 10, здесь 5, даже меньше. Между делом шлифуем, ярко шлифую, да, наличники, LED шлифует наличники. Куча коробок готовы ко второму грунту. Все, всем привет из Португалии.